председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль не является в Генеральную прокуратуру на допросы по делу Майдана, несмотря на повестки. Об этом сказал руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк. Долгое время к нам не появляется на допрос по вызовам Геннадий Москаль. Мы неоднократно приглашали, однако до настоящего времени не явился. Будем надеяться, что по крайней повестке он все же придет и даст показания, сказал прокурор. При этом чиновник пояснил, что от Москаля никаких объяснений причин неявки не поступало. Напомним, что в Генеральную прокуратуру на допросы были приглашены первые лица государства, президент Петр Порошенко, глава Верховной Рады Андрей Порубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. А также бывший премьер-министр Арсений Яценюк. По словам Горбатюка, президент ответил на все вопросы следствия.